Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. Сегодня у нас воскресенье, 1 января 2017 года. И, пользуясь возможностью, поздравляю всех вас с наступившим Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего, любви, счастья, добра, здоровья. И желаю достигать тех выдающихся вершин, которые вы можете только себе вообразить. Это видео я записываю вот по какой причине. Один из моих подписчиков недавно задал мне вопрос, каким оборудованием я пользуюсь для того, чтобы записывать картинку и звук для своих видео, которые я заливаю на YouTube. Как раз я вам об этом сейчас расскажу и попутно буду делиться теми мыслями, которые мне будут в голову приходить. Просто с вами неформально таким образом пообщаемся. Давайте начнем с оборудования, на которое я пишу картинку. Это камера. Вот она, Canon EOS 650D. Такая модель камеры. Значит, объектив у нее 18-135 мм. Он выдвигается, можно снимать и на большое расстояние, и на маленькое, макросъемка, микросъемка. Также еще я второй камерой пользуюсь. Вот я сюда вот ее к объективу придвинул. Здесь вот в экранчике видно. Это черная камера Action для второго ракурса. Что мне в этой камере очень сильно нравится и почему именно я ее брал, эту пушку? Во-первых, я прочитал, что она очень хорошо подходит для записи видео, а также для фотографии. Так как у нас семья, мы периодически фотографируемся и семейное видео на нее снимаем, когда путешествуем, гуляем с детьми. И для работы я ее на 99% для работы использую. А экшн-камеру, через которую с вами общаюсь, в карман бросили, пошли, на нее больше в дороге записываемся. Какие тут преимущества? Огромное количество настроек, которых я даже не знаю, пользуюсь минимум, минимум настройками, на автомат все ставлю и прекрасно камера справляется. Здесь еще сенсорный экран, вот можно нажимать на кнопочки, различные варианты выбирать. Еще здесь есть возможность записи на пульт, то есть пультом вы нажимаете кнопочку записи и камера начинает писать звук и видео. Нажимаете еще раз, останавливается. То же самое можно и фотографировать дистанционно. Еще для моей специфики очень удобен вот этот вот экран. Тоже был один из решающих моментов, почему я взял именно эту камеру. Потому что когда вот таким вот образом экран я разворачиваю и записываю видео, давайте вот гитару возьмем с вами, то вижу себя через этот экран и уже могу понять, поближе мне нужно сесть или подальше сесть, направо, налево немножечко сместиться. Очень в этом плане удобно с таким экраном работать. Это то, что касается видео. Давайте теперь поговорим немножечко о звуке. Звук я пишу вот на такой вот аппарат. Это звуковой рекордер, микрофон. Его можно использовать, кстати, как саунд-карточку. Подключается к компьютеру. Здесь есть два режима записи. Формат MP3 и формат WAV. То, что называется WAV. И каждый из этих форматов можно по различным подформатам записывать. Точнее, не под форматом, я не знаю, специалисты, наверное, понимают. То есть MP3 можно писать на 128 килобит, на 320 килобит. И то же самое с WAV-форматом. Я всегда ставлю на самое высокое, самое лучшее качество. Конечно, файлы получаются большими по весу, но зато качество получается очень-очень хорошим, практически студийным. Это то, что касается этого аппарата. Кстати, здесь еще очень удобная фишка, то, что он всегда показывает, сколько времени на карточке осталось для записи композиции. Потому что иногда бывает, что у меня карточка забита, и мне нужно там 15 минут звук записать, допустим, да, или 7 минут. И я всегда могу ориентироваться, хватит мне места или нужно освобождать гигабайты. Еще какой момент, кстати, вот обычно я записывал недавно мелодию «Ах ты зимушка, зима». Каким образом я пишу музыку, если мне нужно подсмотреть в ноты, разворачиваю компьютер таким образом. У меня матрица достаточно большая, 17,3 дюйма. И как формат А4, вот смотрите, да, у нас получается сколько там сантиметров, ладошкой вот так вот я пальцами не достаю от одного конца экрана до другого. Очень удобно, потому что, знаете, да, если компьютер так вот повернуть, то помещается там 4 строчки, а если еще меньше поместить весь листочек, ноточки все меньше становятся и неудобно читать с листа. Эта фишка, кстати, если у вас Windows 10, она каким образом переключается? Alt кнопочка, Ctrl кнопочка одновременно зажимаете, и, скажем, например, если клавишу вниз нажмете, так, секундочку, то у нас экран, вот он, раз, видите, повернулся вот таким вот образом. Если наверх нажмете, вот таким вот образом он поворачивается. Но я нажимаю еще Ctrl,
Alt Ctrl и налево, и вот он раз, развернул снова так, как я работаю. Также я пользуюсь такой вот камерой периодически Logitech в хорошем разрешении, и здесь тоже есть камера, она снимает такой широкоформатный вариант, и в зависимости от обстоятельств я той или иной камерой пользуюсь. Так, ну что вам еще показать, прежде чем мы с вами попрощаемся? Недавно я себе вот такую вот взял подставочку. Сейчас вам поближе покажу. Для тех гитаристов, которые в путешествиях находятся, очень удобная штука. Гитару пока здесь оставим, чтобы она не грохнулась. Вот смотрите, как она у нас разбирается. Раз, два, три. И все. Чуть ли не в карман можно поместить эту штуковину. Китайцы вообще молодцы. Просто даже не знаю, как похвалить. Слов нет, как удобно. И таким же образом она разбирается. Раз, два, три. Все. Сюда ее. И на нее гитару. Кстати, недавно один из моих подписчиков тоже задал вопрос по поводу того, что у меня тут чуть ли не саморезы. Ну, это не чуть ли, а на самом деле это саморезы. Из-за того, что переезжали мы несколько, меняли самолетов, и я как-то не сообразил сразу по неопытности спустить струны. Большие перепады температур, в самолете холодно, а потом мы прилетели в Куала-Лумпур, в Малайзию, там влажно и жарко. Потом снова перелетели на другой самолет, опять холод, потом вышли, опять холод, жарко. Потом в Индонезию прилетели, тоже с холодного борта самолета, из салона мы вышли на жаркий влажный климат, и, видимо, поэтому оторвалась вот эта вот подставочка. И здесь я не смог сразу найти хорошую качественную гитару, поэтому пришлось искать выход из положения. Там у нас эбоксидная смола, я сделал эбоксидной смолой, и на всякий случай гитара уже не новая, прикрутил саморезами, потому что нравится мне эта гитара. Вот. Смотрите, какой у меня вид из окна, покажу. Когда я работаю, вот так вот смотрю. Здесь рис недавно пожали, поэтому немножечко сухая такая травка. Скоро будут засевать новым рисом, потому что здесь постоянно. И вот такой вот вид у нас из окна. А вот здесь то, что вы видите, полянку, ее выели утки или гуси, не знаю, по-моему, это утки. На этом хочу с вами попрощаться. Ответил, я думаю, на вопрос своего подписчика и первого, который спрашивал по поводу оборудования и насчет комментария, связанного с гитарой. Спасибо, что смотрите меня, за то, что задаете вопросы, комментируете и ставите лайки, и подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго. Пока-пока. Еще раз с Новым годом наступившим.